В принципе, как я всегда говорил, что если представится возможность, эту возможность упускать нельзя, тем более в тяжелом весе. Как бы это очень рискованно может быть. Но, конечно же, хотелось почувствовать дистанцию, и вроде во втором раунде уже я как бы понимал, что он будет делать, как он себя будет вести, можно было подвигаться, поработать. И, наверное, нужно было бы, но я не видел, насколько сильно у меня рассечение. И опасался, что рефери может остановить бой. В принципе, мы были к этому готовы, что он именно в первом, втором раунде будет работать, активничать. Это не было сюрпризом. Но действительно очень быстрый, как я и предполагал, что очень быстрый парень. То есть у него такой быстрый и достаточно жесткий удар. Но печень не держит. Лагерем очень доволен, восстановлением тоже доволен, не совсем доволен боем. Прям не то, что не совсем доволен, я недоволен боем, недоволен. Ну, результат, понятное дело, что главный результат, но боем недоволен. Нужно работать. Все-таки год и два месяца простое, видимо, сказываются. Спарринги – это спарринги, а реальный бой – это, конечно, другое. Хорошо, поздравляю с победой еще раз. Спасибо.